Дорога терпимая на рефт из Режа через Лосинку. Даже иногда на третьей скорости ехать можно. А в общем, на второй. Метров лево. Вот весовая. А слева должно быть тут, где камни в отвалах ищут. Дураков в поле. Лево сейчас. Лево. Полез в карман за насадкой. Что бы вы думали, там нашел. Все правильно. Крокоид. Вот так вот. Едешь на рыбалку. Итог рыбалки. 3 поклевки. Один, значит, около лунки сошел. Одну поклевку я прозевал. И одного не мог развернуть. Как прошел, так и все. Леска, правда, была не очень. 0,13. А Владимир Федорович там где-то окунет, чтобы под берегом. А вот она опустела. Опустела лед. Люди все снимаются. Пора заканчивать. Так, это Владимир Федорович уже. Без очков рыбачим. Ты? Ну, чуть ты не даешь. Сломал их, у меня палатку как задуло. Вытащил ее, потом уж подсел на растяжку. Да. Нормально, я доволен. Ну так ты окуня там наштопал? Штук 60. Молодец. Я разделил. Даже, даже я заслужил, да? Не умеешь, говорит, рыбачить. Да чего, я только спускаю. Готово, спускаю, готово. Он потом вышел, да? Он сразу вышел. А. Да той-то ничего не было. А на эту вышел я. Только это самое. Только даже задание дошло. Сразу поклевка, потом вторая. И так пошло, да? И пошло. Вот после обеда часов двух уже перестало. Ух ты, ну-ка внимание, надо посмотреть. Ну что? Смотри. Ну, нормально. Да для ухи-то. Да. Душу отвел. Ну, ровничок. Молодец. Ничего не. Это тебе. А себе? А у меня вон в ящике. Ты че? Да ты че? Ну, так ты сегодня отличился. Да, ты че, сегодня да, передовик ты. Да, молодец. Красиво как. Но давление поднялось.